А сегодня у нас бишбармак. Смотрите, это что, вы думаете, это не монтаж, это вот реально, это не картинка. Рената сегодня в ударе называется. Все, приступаем кушать. Всем приятного аппетита. Да. Вот он. А, все. Так включил, да. Зато слез. Сармат. Короче, он делает, да? Владенька, кошка. Иди сюда. Опа. Везде скачет. Кошка. Котопес. Котопес. Такс, такс. Ага, и ждет, ждет. О! О! Подожди. Подожди сюда. Давай, иди, залазь. Как ты? Иди, Димон, да, Ренат. Хан, вы только друзьями будьте. Не надо. Хан, видишь, хитрый. Раз-раз и хочет доминацию показать, а этот-то не даст. Все, уже разозлился Армата. Надо их этот, короче, по разным углам. Мы покушали бишбармака, и, ребят, советуем всем после еды в любое время минимум час, а желательно два, не ложиться вообще, как мы это все любим делать. Да, сразу после еды валяться. С Арматом погуляли, и вот теперь Хана тренируем. Ну как, не тренируем, просто дурачимся. У нас уже час прошел. Мы целый час с Арматом гуляли. Вот сейчас Хана. Смотрите, какие она трава. Да. В этом ролике от нее избавимся, кстати. Ну, ага. Я имею в виду, вот сейчас вот так, потом завтра планирую это все в порядке навести с травой. Хан как будто помолодел. Да. Я прям смотрю на него. Видно так? Да. Хорошо, молодец. Молодчина, молодчина. Молодец, парень. Молодец, жопа. Молодец, молодец. Вот, вот. Хорошо. Хорошо, пиранья. Пиранья. Ах, тянет, ну, тянет, смотри куда в бок. Хочешь попробовать с ним? Давай, я тебя поставлю. Ставь на паузу. Все, у меня нет игрушки. У Рената игрушки. Давай, забирай. Забери. Забери, молодец. Давай. Давай, хочу. Хорошо. Хорошо. Хорошо, молодец. Хорошо, молодец. Молодец, Хан. Молодец. Молодец, Хан. Забирай, забирай игрушку. Забирай игрушку. Защищай. Сармат, за тебя переживаю. Молодцы, молодцы. Молодец, Хан. Не-не, она ж мягкая. Давай, давай, трепайте. Забирай у него. Вот и тебе физкультура, Ренька. Молодец, Хан, молодец, Хан. Забирай. Хорошо. Хорошо, Хан. Сармат, молодец, молодец, Сармат. Смотри, Сармат за тебя заступается. Я играл, он молча. А это знаешь, что ты слабенькая? Ну, в плане, что ты слабый пол. Ай, молодец. Давай, давай, давай. Забирай, Хан, забирай игрушку. Забирай игрушку. Тихо, 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 тихо. Забирай игрушку. Забирай игрушку. Поднимай его вверх. Поднимай. Молодец, Хан. Забери игрушку. Забери игрушку. Забери, забери, забери. А ты какой густой.
какой-то. У кого? У него. У Хана? Забирай, Гришка. Где Гришка? Молодец. Вот это физкультура. Он такой косится на тебя такой глазами. Сейчас я тебе скажу, что надо ему сказать, чтобы он этот отпустил. А ты потом на видео вырежешь эти слова, ладно? Давай. Чтобы не знали другие. Говори. И скажи, молодец. Молодец. Теперь повыше подними. Погладь его. Хорошо. Вот, только это все вырежи, ладно? Да. Мужику даже подставь, чтобы слова не знали, что это. Молодец. Молодец. Умничка, умничка. 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 Молодец, парень. Молодец, Ханчик. Ай, хорошо. Ай, мой умничка. Ну все, дай ему игрушку. Все, чтобы он победил. Все, молодец, забрал. Молодец, забрал. Молодец, забрал. Все. Устала? А все прикольно. Да. Вот сармат. Начало влога у нас такое получается. Да, сармат? Сармат. Погладь его, он за тебя заступался, он переживал за тебя. Буди-буди-буди-будичка. Вот, вот. Как он, да, начал? Да. Как он начал меня утюжить. Молодец. 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 Ай, ты Ханчик, ты наш красавчик. Ай, умничка, мальчик. Умный мальчик, умный мой братан. Вот опытный кинолог Рената сейчас продемонстрирует пару упражнений с Ханом. Только мы тут, наверное, музыку вставим, потому что она будет говорить слова, которые должны только члены семьи знать, чтобы Хан работал, знал, что надо делать. Все, поехали. Хорошо. Погладь теперь его. Молодец, Хан, молодец. Лежит, а не отпускает. Кто же победит? Тут это такая долгая уже церемония. Передышка. А он не даст отдохнуть. Вот он. Молодец, Хан, молодец. О, капец. Да, нет, честно, это выматывает вот так вот заниматься. Функционал жесткий. Все, похвали его, скажи, молодец. И погладь.
Молодец, Хан, молодец. Молодец. С игрушкой. Смотри, игрушка свою не отпускает. Да. Так, тут опять музыку наложишь какую-нибудь. Тут давай опять, как мы сейчас сделали, то же самое. Блин, шнурок. Мне шнурок. Ничего страшного. Молодец, молодец. Умничка, умничка, парень, умничка. Он на меня посмотрел, что я на тебя вот так посмотрел, и побежал. Умничка, все, пусть играет. Чтоб он знал, что он тоже, ну, победил, потому что надо давать собой. Молодец. Игрушку надо давать, чтобы он знал, что он может забрать. Как породы сильно отличаются, это вообще. Этот сармат он. Он такой сразу, раз, все в штыки воспринимает. Никаких игр. Забрал добычу, главное. Все хорошо, Сармат. Молодец, Сармат. Молодец. Да-да-да, все хорошо. Кабанчик, ух ты. Ага, давай. Тяжеленький он вообще. Блин, вообще. Кабан. Все, ты мой хороший, Сармат, ты молодец. Да-да-да, все хорошо. Переживаешь за меня? Переживаешь? Угу. Фу, как травой все заросли. Завтра пока ты будешь все дела делать. Угу. Блин. У него прям такие резкие эти. Рывки, да? Да. Аж в плечо отдает. Да, да. Захват.
Но у него сейчас плохо захватил. О, вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. Вот, поймал рыбу. Такую. Ого! Бусурман. Молодец, все победил. Победил, победил. Ну, кстати, зубы белоснежные, белые. Хотя у него уже возраст сколько? Ему 7 лет. Лежит. Вот твой у Хана иммунитет, да? Вообще. Когда у него пузо спороли. Да. Мама с батей его обожают. Вообще обожают. Никакую из моих собак, какая была, так не любили, как Хана. Ну и Кулька с Данькой. Ну, мама с батей прям его... Игрушка, игрушка. Как бы не злился, не кусает. Ага. Ты че, дурак? Все, покойся. Перчатки может снимать. Это в детстве батя с ним баловался. Сарма, ну не скули, прям все показывай. Ой. Вообще, да? Вот Сарма вообще всем видом вот показывает. Шкрять. Все, все, ты че? Разыгрался. Покойся. ТП. Все, все, разошелся. Вот и дай. Иди. Пошли, нормально, смотри. Да. Заскулил. Что у нас? Заскулил. Зовет, да, такой? Чего ты скажешь? Глаза на мокром месте. Плакал, ой, что ли? Ой, боже мой. Плакал, что ли? Глаза на мокром месте. Сармат. Вот они, да, ревнивцы? Ну. Ну-ка, Сарматик. Неудобно. Хотел зубы твои посмотреть. У Сармата клычки целые. Вот один чуть-чуть сочен. И дать где-то надломил. А так у него все хорошие зубы. Смотрел. Один клык правый нижний. Чуть-чуть прям сточен, но никто не критический. Не-не, братан. Сегодня ты Валерий посидишь, Хан пусть победит. Чтобы дружно все было. Да? Угу. Носик, носик, ну ты моя лапа. Я говорю, у меня что-то аппетит плохой какой-то стал. Не пойму, а чего с ним? Такой.
выборочный стал как-то в еде. Вот кусок свела, тот лежит. Угу. Вон птичек вот ставь, видать он этот. Они ему днем не дают спать, чирикают. А он их ночью будет. Смотри, все воробьями закупано. А все они там. Переполох-то. Переполох. Они все дерево обгадили, все вокруг тут обгадили. Около Кань, дерева. Все, хватит, Кань. Хватит воробьев гонять. Пусть спят. Не жал. О, за три... Ну, хватит, хватит, все. Переполох. Кань. Успокойся. Сколько их там на одной ветке? Там штук 10 на одной ветке. Просто можно подождать. Они мы их руками ловили. Я Серега ловил. Руками могу поймать. Спящим. Да там у них прям гостиница. Ну что, во дворе жалко. Одно дерево, они все тут. Спали, теперь переполох им сделал. Кон! Сколько, блин? Ой. Кан, балбес, мне не дал поспать воробьям. Кан останет мне. Он лезет на дерево. Успокойся. Они все выше и выше. Там уже соперничество за места. Сколько их тут интересно. Снимай. Угу. Максимально лайкосов на ролик, я покажу, как воробьев ловит голыми руками. Более ромашек тут у нас. Вот как сейчас косить меня, а? Ромашки жалко, да? Я постараюсь их не скашивать. Так, всем привет. Вот приехал к знаменитому мастеру, показана косилка, Сергей Михайлович. У нас сломалась дергалка, которую заводить. Сидим, ремонтируем. Где запчасти? Где еще запчасти? Кто подскажет, напишите в комментариях. Ремонтируем. Погодка у нас отпад. Не жарко, хорошо. Вот тут помощники у Сергея Михайловича. Этот, как их называют? Фиксики. Пиксик-миксик. Штаны обалденные, я заберу. Ну, подарит батя мне. Ты меня фоткаешь. А ну и чё? Зато все закрыто. Вот если бы ты не сказал, никто бы не заметил. Вот так, может, немножко, да? Да без разницы, главное, чтобы заводилось. А что назад она не забирает? Заскочила. Может, да? Вот она, газонокосилочка. Честно сказать, вот это вот грубее работает, с ней тяжелее, устаешь от нее. У тебя газонокосилка, бать, обалденная. Мягко работает. Хотя сколько лет уже? Самый лучший у нас, помнишь, стример был? Профессионально я бы его назвал. Он не вот такой вот ровный, это как коза какая-то. У нас был маленький, аккуратный и изгиб такой. То есть ты ровно ходишь, не надо тебе не наклоняться, ничего. Ровно идешь, а сама труба вот так ровно, раз и на изгибе, и она ровно все косит.
Нифига, батя, у тебя ручище. Ты армрестлингом занимался, что ли? Серега. Спустя 40 тысяч часов. Спустя 40 тысяч часов ремонта. Проверяем. Шучу-шучу, быстро батя сделал. Ну понял, да? Все. Видали, Валентина Петровна, какой у вас муж? Все умеет. Ну все, буду косить. Ну чё, братва, готовы к покосу травы? Только посмотрите, как зарос наш двор. Это жесть. Но мне нравится, потому что трава зеленая, дожди идут. Ничего страшного, зарос. Сейчас все исправим, как говорится. Да, Хан? Ты иди вон, сзади тебя какашки лежат. Иди убирай за собой. Так, приехал батя. С Ханчиком здоровается. Я вчера только говорил вечером, Ханчик, любимчик мамин и батин. Хан, когда маленький был, батя его нянчил. А я зашел, как он сразу обрадовался. Взрослый же. А? Взрослый совсем. Взрослый? Да. Да. Не скули! Ладно, ладно. Чё, как девочка? А чё, недалеко ещё? Не знаю. Данька, звоним. Давай ставьте. Мы уже все лес проехали. Я маме говорю, ну я туда поеду. А. Вот, сейчас это лопатой все рубить, все поскашивал. Не получилось ромашки сохранить. Вот, батя подарит маме букет, Викульке, а я Ренате. Каждому по 3 букетика. Ну, хоть так нарвал их, а то я бы их покосил. Может, не вариант. Здесь целая поляна была их. Целая поляна ромашек, жалко было. Но по-другому никак. Давай, я покажу. Да ладно, ты что? А давай я тут паром порублю. Или ты мясо рубишь? Мясо рублю. Он сармат лает. А ну подойди, бать, давай я тебя познакомлю с ним. Он умный пес. Посмотрим. Я ему сейчас объясню. Сармат, свои. Вообще амброзия. Надо даже. Сармат, свои, свои, сармат. Сармат, сармат. А? Страшно? Один мне аж не вид, да, даже. Не то, что... Сармат, свои. Сармат, свои, свои. А я, бать, подходи. Все, все, свои. Свои, свои. Не бойся, не переживай. Сармат. С Ханом знаешь, как играет? Никакая собака так с Ханом не играла. Они прям с ума друг от друга сходят. Бегаю здесь. Только батя приехал, а вот и наша молодежь приехала. Викулька, Рената, Данька. Как делишки? Как дела? Хорошо. Я вообще грязный. Здорово, братин, как дела? Как доехали? Хорошо. Всем привет. Всем привет. Очки нормальные? Да. Как играть? Че ты? А че ты не целуешь? Выросла? Он батя чё? Ой, ой, и маме, и тебе. А мне?
маме подаришь. Да, подаришь. Перевернулся букетик, да? Ладно. Всем нарвато. С корнями прям сколько. Куча. Ну, травы было очень много. А я снимал такое. Вообще, да? Вот как всегда. Смотри, сабля у меня ножичек. Я просто не хочу, чтобы он лапки сломал свои. Кузнечик. Сидя, кузнечик. Да, вот, смотри, нож. Подожди, я не вижу. Подожди, только не дергай. Резкость надо. Ну. Все, все, не бойся. Да, все, не буду. Все, честно, ничего не буду пока. Вот если двух кузнечиков вот сейчас такого, ну, поймать любого. Ага. Так друг другу один другого есть начнет. Вот если побольше, он съест. Ну, хотя, знаешь, да, бывает по-другому. У них тут прям клыки. Смотри, сейчас он палец будет написать. Да? У него зубки есть? У него два клыка вот по бокам. Видишь, сейчас не кусает. О! Видишь, хватает. Какие длинные. Пошли на улицу, выйдем, травки им попробуем, да? В детстве я вообще, я здесь вот таких ловил кузнецов, зеленых сорняков. Сейчас таких давно не видел. Ну, таких мелочей они всегда были. Мы его отпустим на свободу. А ну-ка, вот смотри. Будет есть? И что-то не ест. Не ест? А ну-ка. У него стресс. Может, этот еще поймать? И опа, они вдвоем будут драться. Надо чебуреки идти кушать. Все, путь живет. Отпустим. Он пополз, видишь? Угу. Видишь? Доброе дело сделали. А так бы он на веранде бы не выбрался бы и умер. Так все, будет траву есть, рассаду. Все. Муська! Вот, друзья. Заходим. Смотрите, тут такая прелесть. Они такие хорошенькие. Вот она идет сразу к ним. Подойди. Вот эти какие лапки. Ну да, я их поснимаю немножко. Я хочу тех светленьких снимать. Куда ты на них ложишься?
Да не трону я их, не трону. Все, пошла я, не трону. Пошли, идем. Вот она свалилась. Что, видала? Да, вообще. Вот такие вот чудеса, ребята. Окатилась я в этом, в летнем туалете. Ну, мы дырку закрыли, мы все равно сюда и не ходим там. Да, вон котеночек. У того надо поправить, смотри, он за ней валяется. Ну, мне кажется, ему нормально. Она их руками не трогала. Она вообще молодец, Катя. Ой, подтягивает потянушки. Потянушки у него. Потянушки. Ой. Все расцвело в ярких красках. Букеты. Шикарные букеты. Солнышко прям. Такие красивые, солнечные. Настроение прям. А вот эти вот, знаете, я, как они вот называются? Видите, тут кто-то лежал, может, кошка вместо вот. А так они такие мягкие. Такие мягкие прям вообще. Очень. Как пух. Помидорки, помните, сажали? Вот они уже какие. Скоро уже цвет будут набирать. Вот и урожай. Ну, а это, друзья, просто не передать словами. Розы. Смотрите, какие идеальные. Такие пудрового оттенка. Ну, разве не красиво? Просто великолепно. Ну-ка, подниму я эту веточку. Опа. Смотрите, какая маленькая. Да? Большая. Уже надо ее собирать. Потом еще будут там зеленые. Там еще есть. Драка, драка. Смотрите, драка. Смотрите, они щипают друг друга. Двое на одного. Бать. За воды. Или просто. Все, ушел. Приехали мы к родителям, воды нету, ни у нас, ни у них, видео воду отключили, но тут летний душ есть.
хотя бы что-то. Уже второй день получается. Вчера вечером отключили воду. Сегодня вот уже вечер, до сих пор нет воды. Никакой. Ой, блин. Она при этом примет же их? Да. Ну что ты пришла? Нет. Смотри, смотри, какая заботливая. Умничка, умничка, да. Кошечка. Умничка, солнышко. Ты хорошая кошечка. Они заботливая. Пришла на защиту. Уйдите, уйдите, уйдите. Мне вон тебе вот кремовые нравятся. Выехали на прогулочку на великах. Покушали перед этим. Теперь вот надо немножко спортом позаниматься. Погода хорошая. Машина? Ой, Сармат, Сармат. О, во, молодец, Сармат. Ой, хорошо. Идем хорошо. Сюда, сюда, сюда. Пусть балдеет. Молодец, Сармат, молодец. Вода теплая, наверное, да? Да, хорошенькая. Поздно, вечереет, мы возвращаемся домой. Вот скоро закат уже.
догоняй, Сармат. Догоняй, догоняй. Молодец, мужчина. Видно его, как бежит, нет? Да. Сзади-то. Он устал вообще. Мы на великах так долго едем, он пешком все бежит. Молодец, мужчина, Сармат. Смотрите, как поздно уже. Мы идем. Вообще уже ничего не видно. Вот так вот далеко мы ездили. Сармат вот отдыхает. Там уже в поезд поехал. Какой пейзаж на окне у нас. Какой портрет, какой пейзаж. Ну такой, знаешь, деревенский вайб. Такие слова вот сейчас. Дебилизм, блин. Молодежь вообще начала сокращать, да, по словам? Да. Жень, дурятня. Ромашки спрятали. Опачки, кого я вижу? Кто тут сидит? Новости. Сидит. У нас во дворе кошки. За воробьями наблюдает. Он рыженький. Кити-кити. Рыженький, хорошенький. Рыжий, да? Да, такой хорошенький. Кися-кися. Или не рыженький. Ой, какой он прикольный. Он такой серый какой-то. И с рыжевать ночью. Тигрово рыжевать. Да. Ты тигр. Давай ему печень дадим. Ты ему покажи. Не, пусть он спрыгнет сюда. Ты вот так пакетом показывай, что он вниз шел. Ага. В другую сторону надо было.